Сука!
Погулялась, подбросила меня.
Какие там сука без мало, это еще не может быть на видео, а сам налей, сам пил. Еще ведь за мной лезем пил, блядь. Лин нахуй лёгнет, блядь, и нам 8 мяч поверь, заебал. Ты не приступ, блядь. Иди, ха. На, помоги мне, как я с ночью говорю. Я сам. Thank you.
Сука, скользко, я, блядь, если своим весом мог, блядь, вообще как электричество. Я обычно ноги кидаю. Да, да. Я очканул пизду. Кабана уже сломал. Я не Меня сломал. Я не знал, что ты такой грустный. Да, я, конечно, Иисус на скорости вылетаю. Какой ему вообще, блядь? Ну что, бить? Какую открывать? Что мы там на первом? Почему же он твоя вода? А что, ничего пока не известно? Что не обрезано? Я думаю, что да. Да ну ладно, я каждый день добавляю. Я думаю, наверное, что-то будет. Вы чеку? Вставу. Если он с утра идет на работу, то... Парни, за победу! За сухую победу! Вот! На твои глаза видно! Или не на тебя записал? Я на...
Посвяти победу ему, да? Нет, 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 нет
Нет, ну
Я понял.
сначала. Можем 4, 2 центра, 5. Окей, окей. Тебе просто надо будет слушать бить, потому что сейчас мячики, надо просто Не, ну я знаю, что он как-то там делал. Давайте как вариант. Вола, а ты тренировался в этом? Ну я тоже, ладно. Просто так команда так пальчик. Именно по эмоционалу, по атмосфере. Хорошо, спасибо. Да, добренько, давай. Я спрашивал пацана, как за вас играл человек. Он говорит, да, играл, но он что-то он по работе не будет. Как-то он такой. Да. Поэтому. Но если у него по работе там не получается, я не буду. Мы зато над маской. Ну, подошла команда. Я просто когда с ним пришел, а после того, как я пришел, Лево! Они сейчас, значит, по фоне там сидит в паре. Можем вот эти вопросы. Сколько если вам больше замальтировал голову? Да, было когда-то. А ты же просто белый пацан дал порядка, пацан там обнул. Спорт развивается? Не, вопрос быстро обнул. Именно при какой быстро обнул. Я в ногу врезался больше. Можно сам толкнуть, ты что, как покидай банка по трассе. Я не перетеняю. Встал еще и втрузил, и у тебя болело часа пол, бля. Я реально упал. А Вовка побежал как танк, бля, я даже не почувствовал тебя переехать. Я реально в ногу попал. Не, не будет, у него 4 техника и скорости хватает, блин, на него вообще нельзя там кидаться, тупо отступать, потому что... Ну, я смотрю, там на бинке бегать. Если бы бегал, то я нужно на полкило легче ставить. Бежу на весы, полкило, нет, я бы это... На бинке, кстати, конечно, все хорошо, но на бинке так и не разыграется. На минке больше нужен партнер такой. Как минимум, чтобы можно было с кем обыгрывать. Я видел, как... Это дядя Сережа. У нас Сережа Тёма видит, и Ромы. У нас все него. Джокера играли, я смотрел. Здесь один Сережа. Ну там размеры чуть меньше, минимум.
Нет. Сильно большой. Минька. Для меня меньше это 4. А поле не имеет значения. А если бы мы кинули 4, то все бы выиграли. Как мы собрали 4? Мы будем за чемпионата. Нет, где мы готовимся? Вы можете ждать мне тоже как-то писал там, но очень-очень хочется. Нет, Начали говорить, давайте с каждого фланга, с каждой позиции выберем по человеку. А то у нас куда ни глядя, все одно, да? А у Сереги 9 забитых, Лёша накидал. Там 9, и так 1, я так у него 13, уже 10. Так мы еще одна такая, 3-0, все, и мы на раунде. С тем же кидом, что мы играли в Акустан. Но это не пойдет. Так, а в чем прикол? Я посмотрел обзор Локомотив Джокер. Локомотив забила на 49-й минуте. Да, Локомотив это забил. Ты не делал, что ты не забил, что забил, да? Локомотив. Я тебе надеялся, ты убил. Они в лоптику я уже забил. Ему не интересно, да? Они это, блядь, кому-то рекуты, сука, пахлять. Да, Леша, все равно. Я вот сейчас начинаю, после конца чемпионата. Мне просто нравится, как ты говно. Он еще раз потом отмазывается и рассказывает. Нет, он вообще не хочет. О, ну, на Минке играли, как подал ему пас, и он его прикончил забил. Иди, Серега, да, Ты ведь еще не ушел. Свой, а тут мы со стороны. Да уйдешь и ты на волну. Короче, чей-то кто? Не чей-то, вон Саня Леонов, за которого все не говорили. Он часто просто ходит там на монтажник, бегает. Ну, какого-то пацана увидел. Да, и он в одной такой же штабарке играли они это. А у нас же, я туда говорю, смотри, если там есть нормальные пацаны, ты что хочешь, видишь много пацанов. Тем более все время 8-8 бегают. А вы поняли, что 95-й идет, вход там, где поляна футбольная. Молодежный парк.
А как раз... Да я не знаю, мы в футболе сыграем или на центральных очень далеко. 95-й, то есть будет футбольные поля, и он получится слева. И плюс еще как раз у нас, видишь, сложилось, что выпали там вот уже со стороны где карьера? Там же карьера, правильно? Виталик приехал, да. Да, со стороны карьера. Да, вот так. Вот там что-то здорово. Все, сюда мы уже выходим. Ты видел, что он сделал шаг, как будто показал ему бей туда? Фотку посмотри, там все четко. Нет, он как будто показал бей туда, а потом он не перед ударом. А потом во время удара он видел, что на ключи, он взял и отошел от него. Он там не друг там случайно? Я не знаю, так сначала заработал, что потом взял... Пацаны, ну тогда меньше у вас давайте мы состав как-то. Бить Андрюша есть. Вот пихать Андрюшу. А ты пришел на травму, взял бить. Ты на бутер пошел, да? Да нет, ради бога. Бить Рома. Рома основной, а кроме там уже не Андрюша. Ну и все уходим. Ты теперь скажешь, что сидишь? Не, я выхожу. Ты не из того, может, а то мы сядешь куда-то в центр, понимаешь? Давай на него начинай, давай. Ну да, не сиди там в жопе холодной. Ну никуда уже не заболел. Не-не, он на него. Жопа теплая. Я вижу, что на холодной. Пасочку не выпускай, хорошо? Хорошо. У него хоть и кидают на замену. На замену не выпускай. Там все время делаешь. Да он есть, все нормально. Все, сегодня, блядь. Сейчас пришел зомби с кабанду. Ты как всегда делаешь? Он вот не был. Нормально, гвардейца. На. Почему стало просто, блядь, скучно играть? Нет, ну вот видишь, вот эта вот отсылка, которая... Вот на карте. Мусор, да? Я убрал в поле мозга сюда шоу. Ну что самое уместное делать? Питание там есть. Ну да, ну да. Все уже не сидят. Потому что ты видишь, я вот так разворачиваю. Давай. Все! Хоть здесь получилось, видели вы? Два сразу. А так хотелось, да? Хотя бы 15, да? Так, ну звоните, да, мы выпиваем пятую. Знаешь, Андрюха, ты перепадаешь, что ты видишь, что ты мало того, что дети спорят, Браво! Пока мы собрались, пока мы все разобрались. Yeah.
недавно. Согласитесь, Феникс, Игорь, не дал. Ты видел, вообще видел? Что за эту атаку под вам можно забивать? Там, сука, блядь, три вот этих, блядь, одна передача моя блицирует, когда он играет. Я никогда не забил. Андрюха, блядь, сука. И, блядь, это пиздец. Ты забил и всё? Там, блядь, можно было бы не подавать. А у них реально три ошибки. Не наша ошибка? Чисто вот ошибочная. Очень грубые, блядь.